Следователи, эксперты и сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии, которая произошла накануне на Брестской трассе. В результате ДТП погибла женщина-водитель. Она ехала за рулем автомобиля «Форд». Предположительно, в машине произошла поломка. Дама остановилась в средней полосе и вышла из авто, чтобы выставить знак аварийной остановки. В этот момент и случилась трагедия. Она попала под колеса «Ситроэн», который ехал в попутном направлении. На 14-м километре автодороги Минск-Дзержинск вблизи деревни Волковичи в Минском районе 42-летний водитель, двигаясь на автомобиле Citroen C5 в направлении Дзержинска, по предварительной версии отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего совершил наезд на автомобиль Ford Fusion, который находился в полосе движения, и находившуюся в непосредственной близости от автомобиля женщину-водителя 72 лет. В результате ДТП женщина от полученной травм скончалась на месте происшествия. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».